Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, у меня было два плана на эту серию. Один был создать грузовик 4x4, так как мы можем его создать, у нас есть достаточно очков для этого дела. А второй был вариант создать нам, что нам более необходимо в данной стадии, это мясорубочки, друзья. Мясорубочки нам пригодятся, конечно, у нас много не получится их, но по большому счету мы наметим ловушка с клинками, да, ну и вон за мясорубкой. Мы сейчас можем сделать 5. Так, у нас не хватает железа, да, слитков железа не хватает. Это мы сейчас поставим, я просто хочу наметить, сколько мне надо энергии. Я уже подготовил себе реле с электрическими проводами, уже вот взял стриппер, да, и будем подключать к генератору. Мне просто интересно, сколько потребует одна мясорубка энергии, и тогда будем от этого выходить, сколько нам генераторов надо, потому что у нас-то есть генератор. Так, что у нас здесь с аккумуляторами? Можем уже заряжать, кстати, их уже, по большому счету. Так, давайте начнем заряжать их. У нас есть генератор с 6 двигателями. И не знаю, посмотрим, как у нас получится завести его, не завести, я не знаю, увидим. То бишь, вытащить, так, это мы выключаем. Пусть он заряжается. Вот. И посмотрим, сколько энергии ему будет потреблять, да? Ну, я не знаю точно, сколько. Я сейчас, кстати, вот что я сделал, забыл сделать. Надо сделать еще рубильник один будет, да? Так, сделаем рубильник, да. Ну, все равно нам понадобится катушка. Блин, куда ее поставить? То бишь, куда мы будем подключать все наши... Нет, ты куда снимаешь вот это? Все наши генераторы. Так, блин, ну ладно. Допустим, поставим одну сюда. Потом посмотрим. И отсюда будем тащить уже к мясорубкам. И здесь поставим рубильник. Не, наверху мы поставим рубильник. Нет, тупо как-то получается. Подождите, потому что мне надо будет... Все из-за того, что провода мне не мешались. Ой, да ёпш ты. Все не привыкнуть. Чтобы провода не мешались. Кстати, мы могли сюда поставить его. Где-то сюда его врубить. Да, где-то так. Ну ладно, пофиг. Мы вытащим электроэнергию сюда. Рубильник сейчас поставим, да. И от него это уже потащим вниз. Будет не выглядеть не очень. Ну что ж поделать. Так, значит, нам надо еще создать. Что нам надо создать? Выключатель надо создать один. Мы создаем. Так, у нас, видите, очень много деталей. Я очень много разбирал машины. И в сервисной свалке я просто облазил. Так, с потрошки я сделал крафтиться. А, тут уже келей скрафтился. И я уже, знаете, заготавливался для 4x4 грузовика, а потом передумал. Вот у нас есть 46 лент, и очень много лент, и все отлично. Сейчас у нас проблемы с металлом. Ну, это не проблема, скорее всего, это мы потом найдем. Вот, я скрафтил уже 150 патронов для дробовика. Как видите, у нас для кусика почти 400 патронов. Это больше, чем достаточно мне будет на следующую волну, потому что она еще не будет страшно. И там, может быть, появится какой-нибудь коп, исходя из моего уровня, но это не точно. Так, значит, это все выкладываем, потому что нам сейчас это не нужно. Так, у нас больше нету ресов. А, у нас еще. А, ну масло у нас есть недостаточно. Так, что здесь еще? Так, это. Ну пусть это стоит здесь. 60 патронов дробаша хватит. Сейчас поставим первую. Блин, 13 минут будет делаться. Так что, друзья, как только сделается все эти 5 штучек, подключимся снова и будем продолжать снимать видео. Ну так, друзья. Все, мы закончили. Сейчас можем идти заниматься делами. Так, короче, сюда мы ставим в первую очередь. Я хочу поставить рубильник сюда, где-то там, иди сюда. Рубильник с этой стороны у нас будет мясорубочки. А с той стороны у нас будут Так, мне надо подключиться к этой релюшке. Если получится, конечно. Как она у меня подключена здесь? Так, подожди, сейчас проверим. Это не факт еще, что смогу так подключить ее. Ну, я, по идее, должен. Идем. Ой, куда пошел? Не туда пошел. Ладно, идем сюда. Чтобы она тоже была привязана к аккумулятору. Все отлично, проверим. Да, все хорошо, все работает, все отлично. Замечательно. Окей.
Идем, значит, так. Пойдем ставить первые мясорубки. Так, первую я хочу поставить сюда. Так, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-шеньки. Так, а, хорошо, все нормально. Как я планировал, все отлично. Вот только единственное, тут косяк. Ну ладно, хер с ним. Одна сюда. Видите, как отлично, друзья, получается у нас здесь. Вторая сюда. Третья. Ой-ой-ой. Вот так. Мне казалось, что чуть меньше. По размеру, ну. Но сюда мы не можем его забубенить? Не, к сожалению. Да. Не позволяет. Ну, мы здесь можем потом и сделать похитрее чуть-чуть. Ладно, это не суть важно. Поставим тогда ее сюда. Вот так. Потому что со стороны очень часто кто подходит. Так что так, смотрим. Так, короче, значит, берем стиплер. 20 ватт! Ёпорский ты городовой. 20 ватт. Да, это очень даже много. Значит, так-то 100 ватт мне надо еще. А ну, подожди, мы производим 300. Значит, нам хватит. На эти нам еще хватит. Дальше уже надо будет искать выход из данной ситуации. Так, отсюда берем и идем подключаем крылышки. Крылюшки. Хм. Угу. А если мы отсюда берем и тащим к этому. А если мы их соединим между собой? Подожди, если он сломается, он не будет работать, да? Сейчас проверим вообще, ли там этот не отсоединился от нас. Ну, это шняга. Но этот провод не раздражает, конечно, ну что делать? Так, отлично, это не отсоединился. Отлично, берем еще один провод и идем дальше. Так, ути-пути, пошел. Отлично. Отлично, 20, хорошо. Хорошо, отлично. Так, аккумулятор разряжается. Аккумулятор разряжается, отлично. Да, надо было включить аккумулятор перед этим, а я его выключил. Он должен все время остаться включенным. Рубильник, не знаю, то, что у меня подключен, но я забыл, что рубильник не подключен, чтобы прекратить подачу генератора. И зависит уже от этого, как его. Замечательно, просто шикарно. Сейчас понавешиваем здесь. Ситуация беготня, это, блядь, бесит, ну что делать? Так. Иди ко мне. Потому что можно было, конечно, подключить одна к одной, но я не знаю, или она будет работать, если, например, одну уничтожит, да, или будет подаваться дальше ток на нее. Я не уверен в этом. Так, 20 это 100, значит, да, получается. Сейчас мы врубим в полностью. Ну, полностью получится, потому что там у нас электричество не работает. Иди сюда. Последний. Ну, выскакиваем. Хорошо. Так, где там дверь? Побежал, сюда побежал. Окей, отлично. И смотрим. Сейчас мы их врубим. И посмотрим, какое электричество потребляется. Красава, бля. И сейчас посмотрим, сколько энергии потребляется в общей сложности с генератором. С генератора, не с генератором. Так, получается, потребляется у нас 112 ватт, а плюс еще энергия, считай, будет у нас включено, скажешь, электричество будет включено, да? Там еще, сколько там, 30 с копейками, да? Ну, 150, плюс еще забор, сейчас пойдем врубим, да? И то будет у нас сколько? 157 ватт, да, у нас еще полностью хватает на, по крайней мере, на эти штуки. Да еще даже одну можем забубенить. И нам полностью хватает на
наши генераторы, ой, мясорубки и электрический забор. Сейчас бы проверить кого-нибудь, блин. Да, было бы круто проверить кого-нибудь, но нет никого. Ладно, черт с ним. Это нам еще сэкономит кучу патрон. Вообще шикарно. Это вырубаем. Это вырубаем. Идем проверять. Он, по идее, он не должен дамажиться в этом моменте, да, когда он тут крутится. Не, все отлично. Главное, что мы можем подобрать ловушки. Это самое основное. Потому что перед этим я долбил вот эти электрозабор. Я его добил, думал, что его нельзя поднять. Ну, бывает, что ж. Так, следующее, друзья, что я могу предложить сделать. Поехать за сокровищем. У нас есть сокровища. Вон там закопаны. Мы сейчас давайте туда и денемся. 975 метров. Надеюсь, это никакая не гора, нахуй. Это какое-нибудь нормальное местечко, где мы сможем что-то полутать. Потому что мне нужны бабосики. Надеюсь, что там они будут. Так, отключаем. Так, вот так, идем. Но это выглядит, что это будет там нормальная земля, а не какая-то гора. Потому что я помню, был, когда попадаются горы, ну это писец, это полный, полнейший писец. Ты там копаешь, ты там роешь, ты там пытаешься все сделать, и хер знаешь, там обкопываешь все вокруг, и ничего не получается у тебя. Ну ничего, надеюсь, что в этот раз у нас получится что-нибудь найти. Потому что помню, что, ну, не в этой, не на этом сервере, а на... Так, это что у нас здесь? Уголь? Да, это уголь. Кстати, давайте перед тем, как мы пойдем сюда, подобим металл. Нам нужен металл, очень много металла. Так, значит, что значит, сделаем здесь тогда, поставим даже метку. Шахта. Металл. Металл. Мед будет нормально. И нам нужен металл, так как нам надо, например, чтобы создать 4 на 4, нам надо 250 штук стали. Стальных слитков, я имею в виду. Ну, сейчас тут подолбаем вокруг. Главное, что текстурки не отрисовываются. Так, где тут было еще? Вот здесь. Вот-вот. Нет? А где это был? А, вот он. Здесь, скорее всего, есть залежи металла, так что будем разрабатывать это месторождение. Потому что, ну, это единственное место, где могу сейчас найти, потому что у меня, например, металла под базой нету нигде. Я не видел, не находил его. Так, нету. Нету, вот. Это надо как минимум... пару тысяч. Это будет 20, получается. 20 получается. 20 этих, как его. То нету больше, да? Нету, нету. 20 слитков. 20 железа на один слиток поставили. Ну, встали. Вот тут металл будет, да? Или нет? Нет, тут не будет металла. Ладно, здесь посмотрим, что у нас здесь будет. Так. Нету ничего, не смотри, смотри. А, вот металл есть, появился. Вижу, вижу, вижу. Тут камень. Ну да, здесь есть металл. Видите, вот металл. Сейчас уберем чуть-чуть. Надо просто узнать, сейчас пойдем дальше искать сокровища. Я просто заехал, посмотрите, где там будет. Вот, идет уже металл. Друзья, как со звуком? Скажите, напишите, если там отпишитесь. Потому что я сейчас настроил его более-менее, чтобы сейчас не было ни шумов, ни все остального. Как вам? Лучше такой формат или оставить, как было перед этим? Сообщите, расскажите. Так. Так, металл. Да, здесь довольно-таки много металла у нас. Отлично. Ну, сюда я потом вернусь. Сейчас пошли за нашими драгоценностями.
Сколько метров? 650. Блядь, далеко довольно-таки. Сколько у нас троп... Что-то я ударился, блин, на дороге. Ты, блин, подумал, что я врезался в это здание. Ладно. Так, сокровища нет. Походу... Иди в баню. Походу, это будет где-то, друзья, блин... В горах, нахуй. Вот это плохо. Еще один. Кабанчик. Но этого кабанчика было бы залезть, было бы идеально. Почему-то не нравится, что это зомбарь не нападает на кабана. Вроде бы живой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Залетели, бля. Ну да, здесь очень много лута. Тут полутаться довольно-таки есть. Тут армейские базы начинаются. Ну, как я уже говорил в предыдущей серии, это очень такой, вот, видите, это вот накачанная башня. Кстати, знаете, что, друзья, сделаем сейчас? Сейчас одну фишку проверим. Мы же знаем, что в предыдущей серии где-то, блядь, мы лазили. Вот, и это дерево. Давай, да потом мы туда залезем, залутаемся. Короче, мы тут же знаем, что здесь проход, да, есть... черный, да? Мы туда и залезем потом. Ладно, сейчас черт с ним, пошли за золотом. Надеюсь, я найду золото. Надеюсь, я найду деньги. Во-первых, что я хочу найти, это хочу найти деньги. Так как они нам помогут в развитии дальше. А потом мы уже окунемся. О, блядь, не... Ты говоришь, что это только в... Нет, это не будет в полицейском участке. Или что это такое? Это, блядь, тюрьма или что? Смотрите, это к проходу что-то вроде бы тюрьмы, что ли? Я не знаю, что это такое. Но довольно-таки, блядь, масштабное. Так, подожди. Ты издеваешься надо мной? Где-то здесь есть золото. Блять, смотри, какой размер надо. Ой, ужас какой. Ну ладно. Прокопаемся здесь. Он говорит, что не будет глубже 7. 7, да? Ну ты 7 клеток копать, бля, это пиздец. Так что, друзья, короче, я когда докопаюсь до истины, подключусь, потому что тут смысл сейчас тут сидеть и посмотреть, что так я копаю здесь землю. Так что никуда не уходите, скоро вернемся. Итак, друзья, довольно-таки удачно покопали. Посмотрите, мы только тут чуть-чуть выкопали, да? И вот наш сундучок. Ну и смотрим, что у нас здесь интересненького. О, 6000 супер монеток, потроши, красава. Неплохо, неплохо, совсем неплохо. Сейчас отсюда еще буду выбраться. Так. Так, тут кто-то ходил, блядь, бродил перед этим. А сейчас пошли... А вот она, фермер. А сейчас пошли проверим эту нашу теорию по поводу этой водяной... станции. Где у нас? Это здесь было, да? Так, армейская база. Мы здесь, кажется, уже шастали, не помню точно. Да, вот, вот напорная станция. Сейчас проверим. Или нет, подожди. Сюда мы еще тоже не ездили. Так, подожди, подожди, подожди. Вот она там, куда мы поехали. Не, туда поехали. Сейчас пойдем проценим, заценим. Надеюсь, у никаких, блядь, мин нету. Не хотел бы сейчас взорваться, блин, чертовой матери. Так, кстати. Заодно давайте кукурузу поднабираем. Тут вот кукуруза есть. Она нам пригодится. Нам надо еще пока что сейчас фермой мы не занимаемся, но будем этим делом заниматься, как только я вкину очки в ферму, чтобы мы могли создавать семена от кукурузы. И тогда уже можно создавать ферму. Но опять же, где ее создавать и как ее, потому что, ну, я хотел еще третий этаж сделать. Но я думаю, что мы в этот раз обойдемся без третьего этажа, не нужен нам. Третий этаж у нас будет как, вроде бы как ферма, и там у нас будет расти все, что нам надо. Довольно-таки большая обширная территория у нас там наверху есть. Сделаем выход на крышу. И там посадим уже все, что нам надо. Кукурузу, картошку, кофе, чай, ну и всякое разное. Так, отлично, все собрали, поехали дальше. Полутаемся.
Так. Я что-то не понял, блядь, где эта хуйня? Что-то я заплутал. Так, тут мы... Нет, мы тут еще не лутались. Ну ладно, это не нам важно сейчас. А, вот. Вот. Здесь она. Проверим нашу теорию. Так, что у нас с местом? А, места достаточно. Так, рубим дерево. Потому что, ну, это такой маленький, это даже не чит, это просто, ну, что смысл обходить такое столько вокруг, если можно это реально сейчас прокопать и... Да, все правильно, все правильно. Вот наш люк. И сейчас мы попадем прямо к сердцу лута. Не тратя на это хуево тучу времени и хуево тучу патрон. Ой. Открываем. А ну спускайся вниз, ептами, ты шо что? Закроем на всякий случай, чтобы тут у меня всякие не приходили и не парили мозг. Так, короче, это мы сносим. Ой. Берем дробашек в руки. О, идут красавцы. Давай, пацаны, ко мне по одному подходите. Следующий. Так что, друзья, перейдите на приметку, да? Просто бошку снесли. Нам мне еще бы пополучить удлиненное дуло. Вообще, я бы их тут насносил с дистанции нереальной. Так, хорошо. Колесо, ладно, допустим, так. Кофеек. Клей. 20 кубиков заперто. Будем долбить, значит. Большой припас. Окей, ладно. Ладно. Так, мы тут провалимся, нельзя сюда лезть. Так, хорошо. Ну что, у нас нету, кажется, отмычек, да? Или было? Не, у нас нет отмычек. Ну что, будем долбить 10 тысяч. Так, встанем сначала в эту сторону. Чтобы лезть, что видели, когда за море будут приходить. Угу. Не, мы довольно-таки быстро раздолбаем его. Смотрите, у нас нормально шпарит эта тема. Я потом еще, кстати, перед тем, как мы будем делать фуру, машину, джип, сделаем все остальные инструменты, потому что, ну, смотри, это сейчас нормально долбит, а если вот там 5 уровня, да, например, это вообще будет бешеные цифры. Потому что, ну, или бур, например, но для бура не могу, потому что у меня нету этого, как его, запчасти для бензобилы. У меня есть 10 штук, но нам надо 15 как минимум. Ладно, кофеек выпьем. Где кофеек? Кофе, где видел был кофе у меня? Ну что, скушаем вот супчик. Нет, вот это я только какую-то тему. Кто-то что-то сломал. Они, походу, в бетон долбятся уже. Гении. А, кто-то над нами лазит. Ничего, мелочи жизни. Надеюсь, тут будет нормальный лут. Ну, дай мне что-нибудь. Да ты, блядь, издеваешься. Какой-то... А, кстати, можем на это что-то еще посадить? Модификации. Да. Урон дробины 21. Уже имбалансно. Это разбираем. Что еще у нас здесь есть? То, что мы можем разобрать. Это что стоит? Вообще копейки. Это что? Ну, это оставим. Это довольно-таки неплохой 70. Так, это что у нас? Это мы можем еще куда-нибудь навесить, повесить. Так. Так. Смотрим, что у нас по одежде.
Может быть, что-нибудь можем забубенить? Нет, тут навряд ли. Здесь модификации. Нет, не пустой преобразователь. Здесь... Нет, надень ты его. Что ты снял его? Ничего мы не можем сделать. А, маечка, ты можешь что-нибудь модифицировать сюда, засанить? Засандалить? Нет, мы не можем что засандалить. А, в себя. Тут только супка, да? Да. А в штанишки? Да, в штанишки можем засунуть, отлично. Значит, получается, еще у нас... сколько? Еще 2 единицы открылось, отлично. Так, можем, конечно, погулять, посмотреть что-нибудь здесь интересненькое, ну... Полутаться, конечно, можно. Ой! Ой! Ой. Что-то долбится, пацан, блин. Не, ну можно, конечно, полутаться, но смысла сейчас тут лутаться опять. Так, что тут тихо, бля. А что здесь за такое интересное местечко? Давай залезем, посмотрим, что-то, может быть, что-то годное есть. А подожди, тут какой-то выход еще есть, смотри. Здрасте, блядь, это куда я пришел? Окей, допустим. Ну это хуйня вся. Здесь ничего толкового нет, я не вижу. Ага, вот там что-то есть интересненькое. Может, так это добраться? Если получится, конечно. Но там, наверное, другой вход, выход или выход. Да ладно, черт с ним. Погнали дальше. Да ладно, заберу эти будто баночку, блин. Так уж и быть. Так, тут у нас что-то еще есть интересное. Я сюда вижу рюкзак. Валяется клей. Угу. Дальше. Свинец, что здесь у нас? Гильзы. Ну, чисто ради опыта их. Блять, нахуй застрелили руки, блядь. Так кто-то тут еще долбится. О, здрасте, это ты чё? Нет, друзья, дробаш это просто имба. Где-то там наверху что-то шумит это. Добычный дробаш, а помповое ружье это просто имбалансная тема. Так, а почему туда, как туда добраться? Там что-то еще был няшников. Так, мусорников куда-то не проверил. Я все пытаюсь найти, блядь, как его? Как его? Бур. Но мне бог рандома не дает, бур. Здрасте, блин, это как так? Серьезно? Ну ладно, тут хоть 1500 только. Так нормально, заныкался пацан, ага. Опа. Создавать сказки. Ну, чуть-чуть я уже поздно, я уже это все выучил. Так, ладно, 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 ладно. Где вы там, блядь, кричите на меня? Ладно. Полазим еще здесь, посмотрим, что здесь есть. Драгоценности, какие-то квесты. Угу. А
Антибиотики. Так, это что мы можем выбросить? Подожди, что-то надо выбросить. Вот это надо выбросить. Ой-ой, стоп, блять. Да что ж ты будешь делать? Давай, контролируйся. Так, где мой дробаш? Помпа, оружие, дробаш, блин. Нет смысл. Окей, ладно. Сейчас проверим этот домик и все, будем отчаливать от этого места. Ну не домик, а это вот сооружение здесь. Тут, наверное, будет какая-то женщина внутри стоит, да? Здравствуй. Как так, блядь? Что? Слушай, ты видел, кукуруза какая-то была? Подожди, а как я увидел кукурузу? Ну, может быть, мне просто поглючило. Ага. Серьезно? Ну ладно, хер с ним, сейчас раздолбаем эту демо. И посмотрим, что там. Как мы, по идее, должны достать до этого места. Нахер, разберем это все дело. Ну ладно, короче, здесь не будем уже больше лутаться. Не, ну можно было, конечно, полутать, но нет места уже, опять я полный. Подожди, стоп, блин, а тут что мы проверили? Вот, хотел уже удрать я. А тут как раз нормальный потрошек для дробаша еще. Так, это что? Разобрать у нас достаточно этого дела, этого разобрать, заберем. Окей, погнали. Кто-то где-то долбится, кто-то что-то там выносит, что-то там что-то делает. Так, главное сейчас в эту дырку не попасть, а то упадем в воду прям. Ну, это не страшно, но все-таки не хотелось бы. Так, там мы были, короче, вылазим отсюда. И можем направиться к дому. Такс. Потом я тут уже, конечно, полазим, полутаемся. Или вы, конечно, хотите, друзья, если вы хотите, чтобы мы полностью лутались, какую-то, не знаю, серию посетили лутанию, как в предыдущий раз, да? Отставляйте комментики под видосиками, это все можно сделать, это все можно организовать, это не проблема. Вот. А ну сейчас мы, короче, возвращаемся домой. Можно съездить, конечно. Блять, вот это здание бы залутать. Так, стопэ. Так, смотрим, куда мне надо ехать, так. Север, саут. Ну, а мы догоним его, он не успеет упасть, мы доедем до него. Или если мы, конечно, нахуй не взорвемся где-нибудь. На шифтах даже поедем. Где он там? А ты где? Ну что, проехали. Хорошо, сейчас скинем пару вещей. Мой лут, сука, не лезь ко мне, падла. Следующий где там? Ух ты, блядь, еще и ты мне принес лута, красавчик. Монеточки. Кто тут еще? Ну, что ты мне принес, Дедушка Мороз? Мачете, мензурка, бля, вторая мензурка. Посмотрите на них, они такие вообще красавчики. Мачете. Мачете неплохо. Мачете, вы перегружены. Я знаю, что я перегружен. Сейчас можем с смелым сердцем ехать домой. А где наш дом вообще?
А вот наш дом там. Погнали в ту сторону. Отлично. То не было ни одной мензурки, сейчас нужно целых две, блин. А я тут, блин, 19 дней я пытался найти мензурку, блин. Ну вот, получается, вот. Возьмите, получите, распишитесь, как говорится, да? Когда уже не надо, химический стол уже у нас есть один, потому что, ну, я не вижу смысла строить там их два, три. Зачем? У нас нет такого огромного производства, чтобы строить, блин, целую кучу... Как говорится, ой-ой-ой, тебя занесло, дружище. Целую кучу химических лабораторий. Мы же, блядь, все-таки не во все тяжкие тут играем, а в Seven Days to Die, в конце концов. Нормально, прыгаем, блядь. Ты как... А, я же на шифтах еду, потому мы прыгаем, так. Мне бы еще найти сланец. Здравствуйте, а это что за место? Это продавец. Еще один продавец, да? Да, это продавец. А это мой продавец, походу. Да, бля, это мой продавец. Еще один продавец. Еще около дома почти что находимся. Так, отлично. Так, нормально мы так поехали, собрали, лутайцкие нормальные собрали. Так что мы тут еще хорошо разобрали детальки, денежек подобрали. Это отлично, мы потом пойдем съездим, потом что-нибудь посмотрим, что в магазе можно купить за эти бабосики. Так, это мы тут тормозим. Красиво это все выглядит, да? Отлично, мне очень нравится. Надо будет потом чем светом заняться. Вот. Отличненько, отличненько. Супер, так, дальше. Залезем наверх. Проверим сейчас, как наш аккумулятор, как все аккумуляторы чувствуют. Вот это мне не нравится, вот это. Ну, хрень, это так не так страшно. Тут то же самое и здесь есть, да. Ну, чем надо жертвовать, да? Чтобы красотой надо жертвовать иногда. Так, что у нас здесь? Ну, еще парочку осталось, аккумулятор зарядится, и будет все супер. Супер. Так, отлично. Отлично. Наверх. Разгрузиться. Супер. Так, ну. Замечательно. Так что, друзья, вот такие дела. На сегодня, я думаю, мы заканчиваем. Встретимся уже с вами, друзья, в следующей серии. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения на следующих видео. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, друзья. Пока-пока.